Снежана, привет! А ты знаешь, что у нас сегодня дискотека? Как так дискотека? А вот так. Наш отряд сегодня пойдет на дискотеку. Ничего себе, как здорово! А ты уже знаешь, что туда наденешь? Вот я надену свое любимое платье. Я не знаю, я брала платье на дискотеку, но его надо поискать. Пошли тогда со мной в корпус. Ну пойдем, только сначала спросим у вожатой. Ну что, Карина, ты что-то нашла? Да, долго искала, но наконец-то нашла. Иди сюда. Вот он. Ух ты, какой красивый, я бы его сама носила. Да, он очень красивый, он подходит под мой цвет волос и под мои глаза. Я его пока думаю оставить тут, чтобы не забыть. Ну, а сейчас пошли гулять. Да, пойдем, конечно. На улице такая замечательная погода. Не поймаешь, не догонишь. А вот и догоню. Ой. Фух, чуть не врезалась. Все-таки поймала. Ой. Бритни. Зачем ты меня толкнула? Я пила томатный сок. Теперь смотри, что мы с тобой наделали. Пролили на постель? Нет, не на постель, а на костюм. Ой-ой, нам лучше уйти отсюда поскорее, пока Карина это не увидела. Что? Как? Нет, я так не могу. Давай быстрее смоемся, а то нам попадет от нее. Давай, забирай свою бутылку. Я слышу их голоса за дверью, быстрее. А, потом заберешь. Эх, Карина, ну как так мы с тобой могли забыть? Ладно, пойдем заберем. А-а-а! Что это? Это сок? Кто это сделал? А, ну все понятно, это сделала Скейти, это ее термос. Ты думаешь, что это она? Конечно, кто же еще? Она постоянно с ним ходит и пьет свой любимый томатный сок. Вот посмотри, что она сделала. И в чем же ты пойдешь на дискотеку? Получается, в этом костюме. Нет, так не очень. На дискотеку надо платья какие-то блестючие надевать. Ну а я что могу сделать? Ты же видишь, прекрасно все видишь. Вижу. Ну все, мы не разговариваем с этой Скейти. Да, пошли. А, Скейти, ну что ты сегодня такая скучная-то? Ну что ты такая, ну что случилось? Тебе вот весело, а я все думаю. В чем же сегодня Карина на дискотеку пойдет? Наверняка это платье было для того и приготовлено. Ой, да отдаст в стирку. У нас тут ходит уборщица, стирает платье. Отдаст, до вечера еще далеко. А Карина сказала, что она не любит одежду отдавать в прачечную. Потому что в прошлом году, когда она ездила в этот лагерь, она туда отдавала стирать свою любимую кофту. И ей так и не вернули. И поэтому она больше не отдает туда свои вещи. Ой, а что тогда делать? Ну не беспокойся, у меня есть одна идея. Ребята, быстрее идем, сейчас дискотека начнется. Карина, не плачь. Отстань от меня, я с тобой и разговаривать не хочу. Я хотела выделиться на этой дискотеке, а ты мне все испортил. Но вообще-то я тоже пойду в такой одежде, в обычной. Почему это? У тебя же было платье. Дело в том, что это платье я отдаю тебе. Конечно, оно не то, что надо, но тоже будет смотреться ничего. Быстрее переодевайся и пошли на дискотеку. Скейти, спасибо, ты самая лучшая. Я в нем такая красивая, наверное. Не то слово, прям Белоснежка. Пошли. Карина, откуда у тебя это замечательное платье? Скейти отдала. Карина такая красотка. Карина, ты очень красивая. Вот в такое приключение сегодня попала Карина и ее друзья.
Понравилось видео, ставьте лайк, пишите нам комментарии. Всем спасибо за просмотр и пока!